Главный товар только сегодняшнего дня от компании Парафарм – это уникальный комплекс минералов и витаминов, который поддержит наш организм. Тем более впереди осень, сезон, когда обостряются все хронические заболевания, тем более у нас начинается рабочий сезон, все дети идут в школу, в садики и приносят домой еще и бактерии. Все это не проходит бесследно. И группа риска – это женщины с лишним весом, которые не только мешают чувствовать себя уверенной в себе, но которые ухудшают качество жизни и качество нашего здоровья. Как помочь избавиться от лишних килограммов и предотвратить развитие тяжелых заболеваний, мы расскажем с брендом Парафарм, который сегодня на днях стал лауреатом федерального конкурса 100 лучших товаров России. Компания Парафарм – это 455 патентов, это награда президента Российской Федерации, это лучшие доктора и ученые, которые приезжают к нам на прямые эфиры, бренд, который известен более чем в 70 странах мира. В исследованиях принимают участие 130 научных экспертов. 7 изобретений, внесенных в базу данных, перспективные изобретения Роспатентом и Федеральной службы интеллектуальной собственности. Экспорт в 20 стран, Эмираты, Европа, США и другие только сегодня на нашем телеканале. Лучший продукт, и рассказывает о нем иллюстратор Дмитрий Геннадьевич, эксперт от бренда Парафарм и генеральный директор медицинского центра «Секреты долголетия». Доброе утро. Да, здравствуйте, уважаемые телезрители. Рад встрече с вами. Я всегда радуюсь, потому что это есть возможность донести наши знания до нас. Потому что мы, по сути своей, лучшие инновационные предприятия России. У нас 455 мировых патентов. Говорю, два наших изобретения попали в список 100 лучших изобретений России. Ну, это мы дважды стали олимпийскими чемпионами среди всех изобретателей, можно так сказать. Над созданием наших препаратов работало 130 врачей ранга Академии Российской Академии Наук, академиков, докторов медицинских наук, профессура, докторов биологических наук, химических наук, фармацевтических, сельскохозяйственных. Потому что чем мы интересны? Тем, что мы сами выращиваем травы, перерабатываем их по уникальной технологии криообработки, что не делают другие производители, которые вам подсовывают экстракты. Мы делаем цельные лекарства растения во всем своем многообразии. Поэтому мы хотим вот вам рассказать сегодня про Килолайт. Ведь Килолайт мы создавал, ну, это, в том числе участвовал и я, то есть в первую очередь для своих детей, то есть у меня три девочки, да, и жена, вот. Поэтому специально создавал, потому что у женщин две проблемы. Нечего одеть, какая я толстая. Ну, вот смотрю, ну, нечего, там жира-то ни капли нет. Нет, стоит перед зеркалом, все равно говорит, я толстая. Вот, ну, вот худеть, это, отговорить их худеть, ну, нет такой возможности. Ну, поэтому надо делать этот процесс как-то управлять. Потому что, ну, когда женщина садится на диету, она себе очень сильно вредит. Потому что у нее развивается вот три грозных заболевания, на которые она не обращает внимания, почему-то лечит три врача, а вообще заболевание-то одно. Это вот варикоз, остеохондроз и целлюлит. Вот. То есть это из-за диет неправильных, да? Да. Это когда вот женщина беременна, она вообще очень умная. Как только у нее, она родила, у нее что-то сознание отключается. Ну, говорят, 30% интеллекта теряется, вот, да, у женщин. И вот чем опасны диеты? Тем, что они, ограничивая питание, вот, приводит к тому, что клетки рождаются слабыми. Ведь что забывают наши телезрители, наши женщины уважаемые, то, что клетки организма каждый день рождаются и умирают, кроме клеток мозга. Те-то живут всю жизнь. Вот. А каждая клетка организма имеет свое определенное время. Допустим, клетка кожи где-то 28 дней живет, клетка кишечника вообще 2 дня живет, клетка кости там 6 месяцев, хондроциты, хрящевой хрящ 1,5 года. Так вот важно, когда они рождаются, они должны получать все необходимое питание для того, чтобы быть крепкими. Поэтому мы создали Килолайт, который позволяет безопасно худеть. Вот это самое главное. То есть без приобретения вот этих трех заболеваний варикоза, остеохондроза, целлюлита. И вот эти все препараты направлены на нормализацию обменных процессов внутри организма. Ведь у нас растет не количество жировых клеток, как у обычных людей, где-то 98% количество жировых клеток не растет. Растут сами по себе жировые клетки. Вот если посмотреть нативную кровь, то видно иногда, вот эти жиры, они плавают прям в кровеносном русле. И что? То есть, если никому жир не нужен, то жировая клетка себя хоп и уловила. То есть, она специально вот эти встречает жир, она хоп себя приняла и копит его. Так вот, как убрать жир из жировой клетки? Можно единственным способом туда подвести кислород. Это можно или массажем продавить, или
этот, сделать так, чтобы кислород доходил до жировой клетки, окислял вот эти жировые, тогда только начинается вот реальное похудение. А похудеть, на горшке посидеть, то это не является похудением. Вот Килолайт, вот интересный такой препарат, который позволяет безопасно худеть. Да, смотрите, это комплекс «Утро, день и вечер». Это трехэтапная система похудения без вреда для внутренних органов и соединительной ткани. Вы избавитесь от лишних килограммов и, наконец-то, ощутите легкость. Вы получаете таблетки, которые произведены по запатентованной брендом технологии криозаморозки из натуральных трав, которые бережно блокируют аппетит и способствуют правильному похудению. Вы открыли путь к стройности и укрепили здоровье организма. Одна упаковка стоит 599 рублей. Вместе это не тысячу там с чем-то, да, получается, а 1499 рублей. Вы получаете комплекс 3 в одном, капсулы Килолайт утро, Килолайт день, Килолайт вечер. Три упаковки по 50 штук на один месяц, приема срок годности 2 года. То есть мы принимаем одну капсулу утром, одну капсулу, вот тут написано утро, день и вечер. Все тут расписано, то есть вы по одной капсуле в течение дня принимаете во время еды. И ваш организм насыщается правильным кислородом, доводит питательные вещества и выводит жиры из организма, и вы получаете стройность. Давайте спросим у нашего специалиста Дмитрия Геннадьевича, а кому вы рекомендуете этот комплекс? Ну, вообще всем женщинам, у которых есть лишний вес. Почему вот опасен лишний вес? Тем, что лишний вес продуцирует фактор воспаления. Жировые клетки чем опасны? Тем, что, говорю, они продуцируют фактор воспаления, то есть фактор повреждения сосудов. И вообще многие врачи сейчас активно склоняются к тому, что они провоцируют и онкологию. Вот в этом это и опасно вот это повышенного излишнего веса. Да, поэтому, говорю, единственным способом реально похудеть, не говорю, не посидеть на горшок, то есть этот, сходить по большому, по маленькому, да. То есть это не принимают, вот многие препараты чужие, то есть они делают мочегонный эффект, слабительный эффект. У нас такого свойства нет. То есть мы реально запускаем, улучшаем обменные процессы в организме. Мы влияем на работу щитовидной железы, которая как раз участвует в обменных процессах. Мы реально улучшаем кровообращение внутренних органов. За счет этого они покупают это, за счет этого они получают у нас необходимое питание, органы, и окисляют жиры, которые есть в организме. Потому что митохондриям лучше окислить жиры, чем глюкозу. Поэтому вот эти процессы мы как раз и нормализуем. То есть это нормализация обменного процесса. Это сразу комплекс 3 в одном. Это день, утро и вечер. То есть по одной капсуле в день и на месяц. Худейте с удовольствием и худейте правильно.